Приветствую вас, дорогие друзья. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. А мы начинаем. Актер Дмитрий Дюжев не часто становится фигурантом скандальных историй. Несмотря на свою первую звездную роль космоса в бандитской саге «Бригада», артист в драках замечен не был. Однако теперь в сети появились весьма агрессивные его фото. Судя по кадрам, Дмитрий стал настоящим абьюзером и пустился в драку с женщиной. Под удар попала коллега Дмитрия по цеху, актриса, певица и телеведущая Елена Север. На нескольких фотографиях у певицы заметны серьезные синяки и ссадины. Кажется, что Дюжев избил ее до полусмерти. Ну конечно же, ни в насильника, ни в убийцу популярный артист, примерный семьянин и отец двух детей не превратился. Стать агрессивным драчуном Дмитрию Дюжеву пришлось ради нового проекта. Сначала бить женщину даже в кадре было для артиста совсем непросто. Тем более изображать драку с такой хрупкой нежной женщиной, как Елена Север. Но по ходу съемок актер так вошел в роль, что актриса по случайности едва не получила несколько настоящих ударов. Впрочем, на своего коллегу Елена Север не в обиде, ведь ради искусства можно вытерпеть все что угодно. К тому же, как оказалось, актриса умеет постоять за себя, в чем мы сможем в скором времени убедиться.